В специальном интервью для программы «Вести» Эдуард Шеварднадзе сегодня заявил. Это категорически я отрицаю, потому что никаких военных операций мы не планировали, никакого преследования не было, да и необходимости по существу. Не буду в этом, поскольку мы считаем, что он не представляет какую-либо серьезную политическую силу. Если действительно он погиб или покончил самоубийством, я искренне это переживаю.